Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Iron Hat. Мы играем GTA 5. Это у нас Тревор, и он находится в стрип-клубе. И похоже, сейчас ему перепадет телефончик от этой красотки. Поехали ко мне. Поехали к тебе в гости, Ники. О чем базар? Ники будет ждать вас у клуба. Идите к ней. Ну, идти к ней — это громко сказано, я думаю. А вот найти тазик и поехать на тазике — само то. Подойдет. Кто ж не узнает, что мы его угнали, правда? Тем более у нас никто не видел нашу морду лица. Ива? Какая романтическая музыка играет у нас здесь. Ну-ка, давай, Ники. Чё это за бомжатник тут у тебя? Привет! Домой тебя отвезти, да без проблем. Я еще и не то умею. Тревору секса перепадет сейчас, наверное. Тревор, будь мужиком. Это тебе не с мамочкой общаться. Чё ты молчишь-то? Тревор застеснялся, он даже ничего сказать не может. Бывает же такое. Тут в бомжатнике живет, что-то Ники. Во, приехали. Еще и вождение он поднял. Следуйте за ней. Лё, она даже оделась. Наверное, прохладно по вечерам. Ну, Ники, сделай папочку, как его, мальчиком. Сделай из папочки мужчину, вот точно. Тревор, мужчина. Чё я натворил? Чё со мной стало? Ники дала вам телефон. Так это что такое тут за недовольство? А? Hey, tough guy. Yeah, you. Эй! О, а ты что, бутылку Рен? Давай драться. Давай драться. А, все, одним ударом. Ничего себе. Вот это ты поднял самооценку, Тревор. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю вам, мы играем GTA 5, и мы находим обрывки письма и обломки космического корабля. Переключаемся на Майкла. Именно Майклу выпадет честь найти последние осколочки космического корабля и обрывков письма. Нам осталось всего лишь 2 обрывка письма найти и 4 части НЛО. И они находятся совсем рядышком от дома Тревора несколько частей, ну, где он раньше жил, фургончика. Вот и... одно на севере Лос-Сантоса. 2 обрывочка там тоже в рядышком друг с дружкой. Так сказать, это у нас обрывки будут найдены целиком. Мы посвятили этим сборам несколько серий. Да, извините, детки, мне пора бежать. Наслаждайтесь киношкой, своей компанией. Друг дружка, так сказать. Смотрите мультики. Восхищайтесь. Так, ну, любимая жена, наверное, опять... уперлась на занятия йогой. Есть у меня такое подозрение. Так, вызываем такси. Чё ж мы будем ножки бить, что ли? Ой, ёлки, куда-то мы влезли опять. Так, такси немедленно сюда. Hello. Yeah, can you send out a cab to me? Of course. Driver should be with you soon. Appreciate it. Давай, езжай быстрее. А мы пока отметим точечку, в которую мы поедем, за своим осколочком. Нам это надо куда-то... куда нам надо-то, ёлки, я что-то запутался. Вот сюда. Вот сюда мы поедем. Привет, мужик. Stupid dick. Bitch ass. Чуга себе.
Чё такой модный очкарь? Давай, бей меня. Бей меня. Хоба. Еще раз. Бей меня. Давай, давай. Хоба. Давай еще раз. Ладно, не успел. Да, бывает. Лошара. Почему такси так далеко останавливаешься, а? Вот, с ПСН меня выгнали. Да, на точку маршрута. Поехали. Йо, тут горы. Слушай, чувак, стой. Погоди. Погоди, сейчас я кусочек найду свой. Где-то вот здесь вот. О, я его слышу. Вон он лежит. Блин, низко такси бы не уехало. Давай, давай, давай. Молодец. Такси, стой! Не смей уезжать. Стой! Стой, собака! Я ж тебе сказал не уезжать без меня. Я тебе сейчас как дам в морду лица. Так, следующая точка. У нас тут, в принципе, рядышком. Вот сюда. Ну ты, чувак, смотри, тоже не уезжай без меня, ладно? Hey, my man, where you going? Туда going. Странный вопрос. Хотя там, в принципе, не такие же горы было. Можно было таксишку отжать. All right, brother, here we are. Так, мы здесь. Так, стоять. Cab! Так как ты такой непослушный, я, наверное, сделаю проще. Стой! Так. Популярность опять мне набирает обороты. Полиция едет. Полиция, надо скрыться. О, куры бегают. Прикольно. О, где-то деталька. Давай спрячемся. Да ошибись. Все пропало. Я предупреждал. О, я нашел часть космического корабля. Прикольно. Идите сюда. Блин, я ж почти ушел от полиции, а. Cab here as soon as possible. On its way, sir. Thanks for calling. Okay, thanks for your help. Так, машинка. Здравствуй. Хозяину ж не особо нужна эта машинка, правда?
Следующая деталька тем более находится совсем рядышком. Вот здесь вот она плавает, в этой бухточке. Сейчас мы ее быстренько найдем. Все, замкнула. Вот тут мелко оказывается. Мелко. Вон она, блестит. Давай успеем, у нас же дыхалка ж развитая. Доплывем до него, до нее. Воздух закончится. О, 59 частей, всего лишь одна штучка нам осталась. Так. Давай, побыстрее доплываем до бережку. До бережка. О, на столбик залезешь? Давай. Залази на столбик. Вот молодец какой, а. Мужчина! Мужчина на закате. Оба. Тут уже не, голова не ныряет. Типа боится мозг зацепить, да? Так, это что? Тележка. Покатаешь? Вот твоя машина, Тревор. Ой, Майкл. Похоже, правда? Нет, не похоже, но ладно. Не нервничай только. Слушай, а может к Тревору в гости зайдем? Он же где-то тут живет. О, они меня сейчас будут бить. И похоже даже ногами. Давай бей меня. Ну я ж пошутил. Молчи, женщина. Не. Каратист тоже мне. Нифига себе. Это джедайка какая-то. На тебе вот так. Блин, опять полиция едет. Да что ж такое-то, а? Что ни день, то полиция нас ждет. Добрые соседи вызвали. Такой корыто, блин, сраная. Еще ради такой полиция едет. А, ну, наверное, за то, что я морды там расквасил. Все-таки она едет. Так, смотрим, куда нам надо. Нам надо куда-то вдаля. Нам надо, вот одна точка находится вот здесь. Осколок космического корабля. А письма находятся где-то вот на севере. Где-то тут вот в районе вот этого загогулины вот этой. Можно своим ходом, можно такси позвать. То есть первоначально надо уйти от полиции. Чем мы займемся? Уйдем от полиции. Залазь наверх. Ой, застрял. Майкл, ты застрял. Ё-моё. Здесь тебя и убьют. Все, ушли. Отлично. Вот она, лаборатория Тревора. Вы чё, братья, что ли? У братья? Магазинчик. О. Что-то взяли, скушали. Тыц-тыц. Вот она, Тревора, лаборатория. Ты тут был в гостях, помнишь, Майкл? Тревор тебя хотел чем-то угостить.
что-то мы заблудились, по-моему. Впрочем, мы отвлеклись. Давай вызовем такси. Просто всего лишь две детальки собрать. Hi. Can I get a cab? Unfortunately, we got no cabs available at the moment. Can you try again later? Да ты шутишь, чувак. Привет, чувак. Hey. Hey. How are you? Ты кто? Ты кто? When I say you suck, I mean you really suck. Ты тесак, что ли? Точно, ты на тесака похож. Стой! What exactly is wrong with you? Стой! Да стой ты, куда ты пошел-то? Ты кто? Стой! You make me wanna puke. Не хочет он твоего дюка. Так, такси, ты уверена, ты что не хочешь за мной приехать? Я рассержусь. I need a cab as soon as you can. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Great. It ain't so easy. Отлично. Ждем такси. Son of a bitch! Ух ты, блин! Your face off. Piece of shit. Get fucked. Fuck you. Сейчас опять полиция приедет. Stay out of my fucking... Ух, ё-моё. Девочек не бьем сегодня. Поехали. So where do you wanna go? Raton Canyon. I'll get you there fast, buddy. Так, мы хоть туда точку-то показали. В принципе, туда, да. Сколько это там? 4,7 километра. Давай это убыстрим все. Ельце. Alright, brother, here we are. Окей. Так, где-то под этим мостом. Ты где, деталька? По-моему, я ее слышу. Ой, бедняга. Ничего себе. Так, ну и чё? Где-то вот тут должна быть. Здесь. Чё-то не наблюдаю. Чувак, главное, на пляж аж приехал, меня привез. Кряква какая-то. Блин, вот надо было таксиста ж отпустить, а. Сейчас не приедет новый. Hello. Yeah, can you send out a cab to me? Sorry. Не, сюда он не приедет. На мост надо залезать, а. Как будто слышу. Майкл, ты такой маленький. С этим мостом. Походу, надо на мост вылазить. А в такой заднице, где мы сейчас находимся, нам надо совершить что-то невообразимое. Как будто вот здесь вот я слышу. Сейчас не слышу. Под луной бегаем. Майкл, тебе не страшно, а вдруг оборотень на тебя нападет?
ты сам будешь становиться по ночам оборотнем в полнолуние. Северный район. Блин, последняя часть НЛО, и мы, походу, будем здесь теперь пропадать просто. Походу, придется на помощь друзей звать. Как отсюда теперь выбираться, а? Обегать все приближающие горы? Только если... Дырка. О, привет, ребята! Я у вас байк возьму, ничего? Блин, вы меня на гонку хотите отправить? Блин, ребята, вообще-то я в гонке не собирался участвовать. Ну, раз так. Давай попробуем. На старости лет, так сказать, тряхнем стариной. Ребята, если я вас расстреляю, ничего? Да. Ладно. Ну, один застрял. You loser. Еще один. Еще один. О, мне так жаль. Да, ребятки. Так, тебя, наверное, будет сложнее сбить. Иди отсюда. Иди отсюда. Детка. Корочку что-то тяжело идет. Олени бегали. Привет, олень! Аллилуйя! Оленина! Мы первый идем! Молодец, только мы еще дальше от моста уезжаем. Несколько. Так, нам еще далеко? Я надеюсь, мы скоро приедем. О, уже приехали. Давай, мировой рекорд. Первое место. Утесы каньона. Так, нам оставили мотоцикл. Ну что ж, нет худа без добра, как говорится. Только немножко сюда вот мы приедем сейчас. Не будем с моста спускаться. Новый костюм у меня теперь есть. Вот наркоманы, а. Эх, молодежь. Привет! Я тут подожду такси, ничего. Ого! Прогибон такой. Бедняга. Ой, такси приехало. Давай напугаем это, в маске зайдем. Все, маска снялась. Давай, побыстрее, пожалуйста.
Hey, we're here. Так, стой. Стой. Cab! Дальше я сам. Sorry, but I need this. Песня какая у тебя классная. Пыско-пы-пыско. Так, мне надо на мост подняться. Кажись, я нашел путь. Так, заезжаем на мостик. Так это куплено нами, по-моему. Да нет, спасибо, я в такси не хочу никого перевозить. По крайней мере, пока. Так. Наша деталька находится... Да, где-то тут находится. Будем искать. Талька, я хочу тебя найти. Вон она где лежит. Очуметь, и как мне ее доставать? Блин. Кто ее туда засунул? Майкл, ты еще молод, чтобы умирать. С другой стороны есть спуск. Ох, ё-моё, ну ты чё, а? Какие-то проблемы? Иди отсюда. Водить не умеешь, машина... Еще один такой же, а? Нифига себе. Да, теперь это будет твой дом родной. Yeah, hey, I need a cab. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Appreciate it. Ну, такси приехал. Отлично. Так, ну, мостом мы тогда займемся в следующий раз. Прилетим туда на самолете, спрыгнем с парашюта и достанем свою деталечку. Пока едем вот сюда. Вперед, чувак! Давай, давай. Шевели батонами, слушай. Окей, мужик, спасибо, давай, пока. Все, видите, я его даже обижать не стал. Чтоб не упрекали в излишней агрессии. Стучи. Ты где? Вот он. Есть. У нас 49 кусков письма и 49 обломков. Космического корабля, прикиньте. Майкл, на тебе лежит супер
важная задача. Ты просто обязан ее выполнить лучше всех. Следующая деталька, кусочек письмеца у нас вот здесь вот находится. Зум. Что-то у меня такое ощущение, что нам надо было в тоннель спуститься. Ой, хэл. Приехал, я ваш сеньор. Приехал. Это жесть. Нарочно не придумаешь. Чё, вы ржёте надо мной? Чё вы такие недружелюбные? Драться? Жирдяй, блин! О, воу-воу-воу, тетя! Ты чё? Оба! Я боксом занимался. Ух ты, ё. Да иди ты в попу. Честный бой. Так. Живут на помойке туда же. Так, где мой вот листочек тут? Сейчас полиция опять приедет. Листочек. О, новый уже сидит. Новое тельце. О, я слышу тебя. Ну вот полиция. Ну ты где, листочек? Сеньор. Где этот долбанный листок? Майкл Роберто Лопес Родригес Хуана Педрос. Ты понимаешь, какая честь на тебя выпала? Ты должен найти последний листок. Ты его почему-то не можешь найти. Вот он! Есть! Найдено 50 обрывков письма. Оба! Страницы, чтобы прекратить чтение. Туда-сюда. Кому? Дэвиду Ричардсу. Мой дорогой Дэвид, я знаю. Мои маленькие шалости, как их назвали бы французы, тебя задели. Но пойми... Это всего лишь шалости. Я всецело с тобой согласен. Мои действия были немного бесчеловечными, но это и хорошо, ведь бесчеловечность – это лозунг. Это разменная монета, это сама жизнь художника. Моя бесчеловечность делает меня человеком. Благодаря этому я могу одновременно выступать в позиции грешника и творца. Я должен был ее убить, и притом именно таким способом. Только так я мог испытать величайшие муки, медленно пытая ее. А затем отправляя ее родным небольшие сувениры на память о нашем свидании. И с тех пор мне несколько раз приходилось причинять новые страдания ее родным, просто чтобы доказать самому себе, что я художник. Тонко чувствую страдания, могу выражать их в искусстве. Не лучше ли одной семье страдать, чтобы остальной мир мог наслаждаться ее муками?
учиться на их и обретать исступление с помощью моих шедевров. Искупление. Не трудись отвечать на этот вопрос. Ответ очевиден. А если нет, значит, я в тебе ошибся. Но не будем терять время на такие пустяки. Мы же художники. Друг мой, последний из магикан. Я с ужасом думаю о том дне, когда ты, наконец, отойдешь от дел, и Соломон примет образы правления. Я люблю парнишку, но он просто бесчувственный паденщик. У него нет твоей страсти, твоего творческого порыва. Он просто жалкий морализатор в теле вайвудского декадента. Он совсем не понимает моих мотивов. Мы чувствуем так не потому, что можем, а потому, что должны. В общем, все дело, кое-кто в этом городе злоупотребляет своими положениями, как будто спать с множеством девушек, пытать попутчиков или есть собак. Это весело, это ужасно. Я занимаюсь подобными вещами только для того, чтобы получить опыт, чтобы мое искусство обрело смысл и глубину. Надеюсь, ты это знаешь. Мечтаю о том, чтобы ты поскорее прочел новую редакцию «Премьер-лира». Я наконец-то устранил все клише, которые погубили пьесу Шекспира, и сценарий обрел силу и ритм. И то, о чем мы говорили в ту прекрасную ночь в Мексике, когда заплатили шлюхами за то, чтобы они порезали друг друга. Надеюсь, вы с Рэйчел уже нашли взаимопонимание. Мечтаю снова пригласить вас в пятницу на ужин. Ты всегда был для меня источником вдохновения. Твой преданный друг Дрейфус. Блин, вот это мы собрали письмецо. Так, ты такси-то вызвал, Майкл? Что ты о всем этом думаешь? Судя по твоей морде, ты ни о чем не думаешь. Hi, I'd like to order a cab, please. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Sounds good, thanks. А курить вредно. Видите, какие у вас как здоровые губы стали. What exactly is wrong with you? Все. Нам осталась последняя деталька. Тин-тирин. О, такси приехал. Так, есть у меня маленькая предложенница. Сесть в самолет. Можно даже с собой попробовать Тревора взять. Headed, сейчас попробуем, кстати. Чтобы было веселее. Ты куда меня привез? Ты чмо? Ты куда меня привез? Вот урод, а. Я ему главному показал, отвези меня на взлетно-посадочную площадку, вертолетик свой возьму. Привез, блин. Ух ты, потерял. Все потерял. И табличку, и капот. Пикап. Так. Звоним Тревору. Звоним. Мы же хотим с тобой... Ой, не туда звоним.
Hey, T, it's me. What's going on? You up to anything? Want to hang out? You actually spend leisure time with me? Well, okay. Great. I'm on my way. Так, я вижу его. Вот он. У стрип-клуба. Окей. Вот он удивится, да? Сейчас мы приедем такие на вертолетике такие. Давай, Тревор, запрыгивай, слушай. Садись давай, а? Прям вот так вот скажем ему. Так, аккуратно. Аккуратно, не покорябай ничего. Пальмочки высокие, а? Давай-давай-давай, садимся. Тревор, ты где? Я тебя не вижу. Давай, садись. А, вот он. Ты даже не переоделся, чувак. А хотя у кого я спрашиваю? Майкл, man, good to see you. Привет, как я-то рад тебя видеть, слушай. So, Mike, I should probably say... What? Well, maybe I shouldn't have reacted the way I did. I mean, let's be honest, Brad was a dick, and things were getting out of control. You had the kids, and you'd already missed so much of their growing up. I could feel like I was losing you, you know, so I pushed you harder. I thought that was how to keep you in the game, and I didn't want to lose you. I've said that already. Haven't I? Well, it was gonna blow up, man. We all knew it was. And I guess I'm happy you made it out alive. And with enough money to make sure your kids became total, complete nightmares. Hey. I mean, if you'd taken less, you know, a couple million, they'd only be dicks. But with your savings, you were able to truly, completely ruin them. Wonderful. Yeah, my tax dollars hard at work. Классно мне, вертолет, скажи. Тревор, тебе понравится. Тебе дам даже порулить. Так, Тревор, мы летим, знаешь, куда? Мы летим вот сюда, к мостику. Так. Да, вот сюда, к мостику. Ты потом пересядешь за штурвал. За штурвал пересядешь, я тебе говорю. Вот, ты будешь дальше летать. На вертолетике-то летать что? У тебя танк есть, да, Тревор? Я знаю. Что-то Тревор какой-то грустный, неразговорчивый совсем. Ну что, Тревор, ты готов перехватить штурвал? А? Или зассал? Oh, we did it, T. Woo! I know. Biggest score in American history. You and me and the kid and the creep. Incredible. Wow, the big one. We did it. The big one. We're not two-bit hoods anymore. We did it. Мы герои. Ну все, Тревор, давай, я пошел. Держи штурвал. Тревор ждет вас. Где он меня ждет? О, Тревор за мной пошел. Бедный вертолетик. Бабах. Так, мне вот сюда надо. Вот сюда.
Сюда же, правильно? Вот он, да. Сюда. Промахнулся. Чё газуешь? Райан, иди отсюда. Ох, ё-моё. Ты меня будешь бить? Бей, 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 давай, 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 давай. Ну давай, давай, давай. Вот так вот. Сам виноват. Он сбил меня. Ух, там еще кого-то сбили. Так, ну что, давай, деталька. Может, сейчас получится. Давай, давай. И как бы наверх-то подняться-то, а? Эх ты, черт ты побери-то, а! Последняя деталь осталась, а? Без Тревора не обойтись. С этой вам героя мы начинали эту серию. И вот так придется на нем же и заканчивать. Тревор у себя в фургончике. Ждет маму. Мама! Примерно так. Нет, Тревор гоняет лысого. Тревор маму не ждет. Окей. Окей, птичка. Едем, Тревор, за самолетом. Надеюсь, у тебя будет парашют. На тебе. Тревор, Тревор, посигналь. Давай срежем. В кактусы! Голышом! Это будет прикольно. Бабах! Это дерево, это не кактус. Бодрый Тревор. Чё, Нике понравилось, небось? Вспоминал ее, да? Ах ты, шалунишка какой! Так. Так, ставим точечку. Этот... долбанный мост. Полетели. Слушай, у тебя тут, наверное, помимо вертолета есть еще и самолет, а? Где-то у тебя в другом гаре. Тут нету, походу, самолета. Окей. Полетели. Ну, вот гонка, в которой мы не участвовали. Но это не сегодня. Сегодня у нас задача не участвуй в каких-то гоночках там непонятных, а добыть последнюю часть космического корабля. Так, ну давай взлетим повыше. Голенький Тревор. Пойдет. Все, давай. Только на голову не упади мне. Так.
Хорошо, идем. Хорошо, идем. Ядрить, не туда залетели. Все, пошли. Зацепило, что ли, тебя? Ух, бедненький, несчастненький. Упал. Давай. Давай, аккуратно. Аккуратно, Тревор, давай. Я должно получиться. Вон она, деталька. Ну как же так, а? Все, пошли. Блин, вентилятор еще зацепил нас. Пошел, пошел, пошел. Хорошо идет. Оба, все. Ушел. Ну давай. На этот раз получится, я надеюсь. Аккуратно. Вон она. Ёт твою ж. Зацепился верт... Блядство. Песня. Да что ж ты, блядь, законченная такая сука, блядь, дерьмо, тварь, блядь, хуйня, сука. Дерьмо, блин. Сраная деталь. Да как же туда залезла ты, ты тварь, а? Кто тебя засунул туда, чмо вонючее? Сраные говноциклы тут понаставили. Вертолетик. Где это Кончита? Дерьмо, тут же вертолет стоял. Да что за нахер, бля? Уебанство, бля, конченое какое-то. Что за нах тут? Hey, что тут делаете? Хрена себе денег.
Что тебе плюс? Освободить? Hello? Can you help me? I help you, help you. Oh, thank God. I thought I was dead for sure. I didn't even know where the hell we are. You couldn't give me a ride, could you? No, you can walk. Only kidding. Too soon? Come on. Тебя отвезти теперь еще? Ну окей, давай отвезу. What are you doing? This is a nightmare. I kept telling him it wasn't safe. I gotta make a call. Beppe, you need to come and get me. Yes, right now? I was just 10 seconds away from getting whacked. Meet me in Vinewood Hills. I gotta get out of here. Anywhere. Okay, I got a guy coming for me. Vinewood Hills. Jesus, this is so messed up. Thank you. I don't know what would have happened if you didn't come along. Не, он на мост не могу пуститься. You would have been buried alive. Those six sons of bitches. What was that all about? Just my dad, as usual. That was your dad? What? No. Now, I shouldn't really say, but what does it matter now? You're in the life, right? You can't handle yourself like you did and not be in the life. Have you heard of Sammy Bettino? Most people call him Sonny. Can't say I have. The Gambetti family? Don't you watch the news? He was Don Gravelli's right-hand man. He more or less kind of ran the East Coast in the 80s and 90s. No? Well, that's my dad. Father of the year. Murder charge on him in 2007 and we had to go into hiding. Move out west. One day you're living the good life, the next you're moving around safe houses in rat hole hick towns where no one comes looking. And, your friends back there? Just the latest in a long line of people who want to get back at Sonny Bettino. Could be something he's trying to run from the inside or someone else he squealed on. When he got pinched in 2011, he kind of copped a plea, gave up a lot of people. So he gets to sit in his five-star cell while I'm on the outside dealing with the consequences. My dad was many things, but I never... Careful! But I never thought he'd be a snitch. Whereas you seem to be the soul of discretion. What's there to hide anymore? It's all out there. They even wanted me to do a reality show. Wise bitches, daughters of mobsters, catfighting, and broker. But of course he wouldn't let me. He's so protective. I've always been a daddy's girl. Could have fooled me. You wait until he hears about this. He'll flip his shit. Seriously, everyone those two hicks ever talked to is gonna get hit. What's your name, by the way? Trevor Phillips. Why? Am I on his list too? That would seem on the unfair side. No, he's gonna want to know who saved my life. You'll be made right for this, I promise. Whatever the code dictates. Тревор Филлипс. Блин, вот ты подвернулась ко мне, конечно, не встать и тебе вести черти куда. Так, налево. Ну ничего, хоть зато хоть что-то полезное сделали. Девушку спасли от неминуемой гибели. Оп. Ну ты не девушка, поэтому тебя не жалко. Я тебя специально знаю. Ё-моё, надо было наверх. Подстава какая-то. Спой, птичка, не стыдись. Так, еще километр остался всего лишь. Давай. Жми, Филлипс. Тревор, точнее. Тревор Филлипс. Так, налево.
Отлично. Там тебе сейчас медаль на пузо повесят, я думаю. За спасение дочки миллионера. Оба, прибыли. That's my guy. Thank you again. I won't forget this. И все? Эй, а секс? Ну-ка давай сексу. Сексу хочу. Да. Стой. А ты ё-моё. Вот так вот всегда. Ты еще орешь, мы на тебя ездили, теперь до раз вздумала. Ну что ж, ну давайте, может, вы своими пальцами вверх поднимете Тревору настроение. Не удалось ему достать этот парашют. Долбанную деталь вот эта с парашюта. Ни Майклу не удалось, ни Тревору не удалось. Короче, сегодня не их, не день, походу. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Лорд Вуду на новом канале Железное Сердце. Продолжение следует. Всем пока. Magic people, voodoo people. Magic people, voodoo people. The voodoo, hoodoo, what you don't dare do, people. Геральт, это было великолепно. Как всегда. Как всегда. Ты и правда ничего не помнишь?